Смертельное ДТП. В минувшую субботу в Павлодарском регионе в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 3 человека. Лобовое столкновение произошло на трассе Ленинский-Русская Поляна. 3 пассажира автомашины Passat и Toyota Corina от полученных травм скончались на месте. Оба водителя и еще один пассажир Toyota Corina с различными травмами доставлены в больницу. Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.